Ребята, я в автоцентре Акура загнал крошку на ТО. Расскажу, сколько будет стоить ТО. У меня нет никакой специальной программы на Акура, поэтому буду платить просто деньгами. Регулярное ТО на 12 тысяч миль у меня. Раз в 7 тысяч делается. В общем, такая вот зона приемки. Эти старые даже Акуры есть. Я в этой связи пока пошел. Гостевая зона, где ожидаю я. Блин, музыка может прилететь мне. Сделал себе тут большой выбор по кофе. Можно любой кофе заказать. Везде так, во всех автоцентрах. То есть можно всякие напитки или вот горячий шоколад и так далее. Внутри, если капучино нажимаете, еще есть. Все это бесплатно. И вот возьму себе пончик. Это тоже как бы по обыкновению все включено. Есть вода всегда. Во всех, вы знаете, и в Тойоте, и там, не знаю, BMW, Mercedes, без разницы. В общем, такая вот история. Сейчас я попью и пойду вам снимать машинки. Сегодня у меня выпуск посвящен Акура. Новые, старые. Сейчас, кстати, покажу. Вот, смотрите, на выдаче стоит две машины практически в самых топовых версиях. Видите, это стоят полноприводные MDX, ну, судя по трубам, не знаю, не вижу, да, по-моему, A-Spec. Сейчас вот так вот зайду, вот так вот, короче говоря, покажу вам. Это Type S еще стоят, да, это, по-моему, обе машины Type S, судя по трубам, полный привод, да, Type S. Две машины на выдачу, красивые очень у них такое исполнение, но это купленные, поэтому, простите, я не буду вовнутрь залазить. Сейчас спрошу, если мне разрешат там, ну, не если, а мне точно разрешат, просто клиентские, если купленные, то нельзя снимать, а так... Блин, красавицы две. Акура сегодня в выпуске. И бэушка тоже будет, безусловно. Сегодня, в общем, такое, что есть в автосалоне Акура. Так, ребят, ну, в общем, что могу сказать? Могу сказать одно, что по новым машинам не очень все хорошо. Стоит в основном бэушка. Ну, вот даже видите, в шоу-руме здесь всего две машины. И это машины уже с пробегом. Сейчас я вам скажу, какие данные. То есть цена автомобиля. Вот конкретно этого нету, я не вижу просто сейчас прайса. Это A-Spec TLX. А, вот он, пробег, значит, 20-го года Acura TLX. Всего 1800 пробег. Двигатель V6, но тут, в принципе, все достаточно унитарно. Хорошее, прекрасное, я бы сказал, отличное состояние. Честно говоря, какой-то пробег совсем маленький, а состояние, как бы, я, ну, знаете, двадцатку прошла, по-моему. 40 тысяч долларов сейчас хотят за эту машину. Напоминаю каждый раз, что еще плюс процентов 12 будет сверху. Налоги, оформление, теги и так далее. То есть все это, в общем, прибавляйте автоматически. Ну, знаете, на тему Акура я могу сразу сказать, что это, мне кажется, что машина сугубо для внутреннего рынка, хотя я уже в свою бытность встретил поклонников, которые, допустим, из России, вот ребята говорили, что очень-очень прям понравилось. То есть в Украине очень популярна эта машина тоже у многих. Вот кто поклонники, те вот, знаете, вот поклонники, приверженцы марки. Это A-Spec и это RDX Акура. Да, RDX, A-Spec, но это, по-моему, монопривод. Сейчас я посмотрю, есть ли на нее ценник. Машина вот эта, кстати, новая. Ну, вы видели мою Акуру, поэтому здесь что вам как бы показать. То есть это младший брат MDX. Такой вот, знаете, очень достойный конкурент для того же самого Lexus NX, например, да. Очень достойный конкурент. Я скажу, что даже новый обновленный NX, в принципе, ну, не уступает, конечно, нет, но достойная замена. Просто здесь есть некоторые такие олдскульные штуки. Вот, например, экран, конечно же, но все равно он олдскульный. Хотя в этом что-то есть такое. Вот это вот все. Здесь, посмотрите, и вентиляция тоже. Тоже оно немножечко все-таки уже так, ну, морально устаревшее. Отличная идея, монитор не тачскрин, потому что он не залапывается и, соответственно, все управляется с помощью вот этого тачпэда, как на старшем брате MDX. Очень удобная подставка под руку, то есть под запястье вот сюда ставите и спокойно все делаете. Honda Style, естественно, переключение. Здесь, смотрите, вставки из Alcantara,
Черная крыша обыкновенная, панорама стоит. Естественно, очень хороший, ребята, отличнейший адаптивный круиз. У Honda я уже говорил, что он лучше, намного лучше, чем у Toyota. Ну, пожалуй, лучше, наверное, только BMW. Уже из моего личного опыта вождения сейчас этими автомобилями одновременно, когда пересаживаешься, там ездишь 2 дня на одном автомобиле или там с утра на одном, вечером на другом. Ребят, кто вдруг впервые на канале и как бы не понимает, почему я говорю, что я постоянно пересаживаюсь на автомобиле, у меня компания по аренде автомобилей. Я сдаю в аренду автомобили в штате Флорида, город Нейплс. И поэтому у меня, соответственно, подолгу моей службы, работы, приходится просто пересаживаться. Соответственно, так, итак, смотрим. Acura RDX. Однозначно это так, 10-ступенчатый автомат, 272 лошадиные силы здесь. Вот так, я не знаю, у меня просто практически не фокусируется. Вот так вот, 272 лошадиные, 2 литра впрыск. 10-ступенчатый автомат. Кстати, 2 литра хорошо для растаможки пойдет. 24 мили на галлон, не врут. Но ценник будет в районе вот 47 900. Этот автосалон не прибавляет к MSRP. Они продают, в принципе, по той цене, по которой заявляют. То есть, ну, плюс, естественно, 12%. Ну, такая вот цена будет, не знаю, 47 плюс даже 12%. Где-то в районе 53. Что за эти деньги можно еще купить? Только, наверное, Lexus. Ну, блин, если выбирать между Acura и Lexus, мне кажется, Acura возьмут только приверженцы марки. Я бы взял Lexus, честно скажу, просто. Хоть я и не поклонник Lexus, но в части RDX, мне кажется, ну, вообще, в части Acura, за исключением MDX. Вот если между RX и Acura и MDX выбирать, то, конечно же, Acura точно победит. Посмотрите, как сделано. То есть, да, в Lexus все то же самое, но очень достойный конкурент стоит. Здесь у них своя компания по музыке, хорошая, очень хорошая музыка, очень хороший звук. Здесь все зашито кожей, прострочка, здесь тоже вставка такой алькантары. То есть, очень классно сделано. Здесь вот такая вот беспроводная зарядка. Единственное, мне кажется, минус вот этого расположения, что телефон точно забудешь. USB-C слот и зарядник вот здесь вот. Ну, здесь вот, как всегда, в принципе, тоннель и подлокотник, подколодничек такой. Вот. Ну, вы знаете, очень-очень достойно для, в принципе, Honda. Ай, приехала красотка. Это как раз-таки, мне кажется, S-Type заехал. Ну что, отправляемся дальше смотреть, что же у нас есть еще на площадке. А то я задержался на этих двух машинах. Так, что у нас на этой площадке? Вот там вот RDX BU стоит. Honda Pilot, Buick, MDX предыдущей версии. Предыдущая Acura мне, ребят, не нравилась. Просто XC90 Honda, все это. Ну, давайте, о, Toyota, всеми любимая. Это, по-моему, Avalon, да, Avalon однозначно. Так, ну что, смотрим. Здесь у нас представлены несколько TLX. Кто мне там звонил, спрашивал по поводу TLX. Я не помню, из Нью-Йорка, по-моему, кто-то звонил, писал. В Инстаграм, ребята, Инстаграм US Fam Vans. Как family сокращенно, Fam Vans. Поэтому туда пишите свои вопросы по поводу. Так, TLX A-Spec, TLX обыкновенный, белый TLX и Acura Mercedes E350. По крайней мере, так написано. Ух, как авиационным топливом здесь прям взлетает красавчик. Так, Нейплс аэропорт. Значит, Мурзичек у нас, давайте смотрим, 14-й год, E-класс. Он у нас с панорамой, там все дела. Пробег всего 48 тысяч, 3,5 литра. Ценник на него 24 500, ребят. Ну, хороший вариант для тех, кто здесь, в Америке. В принципе, неплохой. Так, TLX простой, 40 тысяч долларов тоже. 40 тысяч долларов, давайте посмотрим пробег. Белый на коньяке. 21 год, 11 тысяч пробег. Смотрите, они все в районе сороковника стоят, в принципе.
38 240, и вот эта вот заряженная красотка черная стоит 41 тысячу долларов. Ну, плюс 12% прибавить. Единственное, на бэушке можно торговаться. Когда бэушку машину продают, можно поторговаться немножко. Там, ну, штукарь сбить еще можно, наверное, точно. 29 214 пробег. Ну, соответственно, пробег для нее небольшой. Здесь она черная, на черном салоне с красной прострочкой. Вот такой, ну, это эспек. Напоминаю, что у Акуры эспек это не дает никаких технических особенностей, только обвес и только интерьер, то есть это только такой как бы стайл другой. Так, погнали с вами. Ну вот смотрите, здесь еще представлен два RDX, Ford Flex тоже многие спрашивали, я не знаю, многим нравится эта машина, не знаю почему, мне она, честно, внешне не нравится, машинка классная, в плане такой, знаете, семейный или автомобиль, очень хорошо его здесь используют под Uber XL. Так, просто часто вижу таксистов на Ford Flex. Не знаю, почему так любят они его. Ну, такой, как минивэн, только открываются двери не слайдово. То есть не сдвижные. RDX, полный привод. 20-й год, 4800. 40 тысяч долларов. Ну вот, смотрите, как TLX стоит. А это все-таки уже SUV. Пускай компактный, но SUV. Так, 35-36 тысяч долларов. Тоже RDX. Этот эспек, поэтому подороже. Это простая комплектация. Ну, не вижу смысла как бы брать, если здесь берете. Смотрите, 19-й год, 18 тысяч. То есть машина будет certified, соответственно, с гарантиями, со всем. Очень-очень неплохо. Так, это похоже где-то... А, вертолет, да. Так, 45, ну... Еще одна Акура, давайте, сегодня у нас все про Акуру в основном. Ну, я сейчас вам, да, накидаю еще вот тех машин всех. Так, 21 год, 11400 пробег. Черный на коньяке. 45800. Ford Flex, ребят, видимо, продан, потому что без ценника. Не знаю, чем популярна эта машина и чем она так заслужила внимание, но, в общем, как-то так. MDX, предыдущая версия, тоже для поклонников. В общем, 41 тысяча долларов стоит. Ну, для своего года там она была, конечно, классная. 32 тысячи пробег, и вот такая вот цена. Так, дальше погнали. MX-5 Corvette. Здесь мы быстренько, я не буду останавливаться на этих машинах, потому что не вижу в этом никакого смысла. 31 тысяча долларов Corvette. Такой вот олдскульный для маньяков. Напоминаю, что в США налога нет, поэтому кто, ребята, приехал, имеет бабки и дикое желание покататься на Corvette какое-то время, или, не знаю, поздавать его, например, там, в аренду. Вот, смотрите, 31 бакс. Классная тачка. Надо смотреть, чтобы проходной был просто по всем этим параметрам. Так, MX-5. 33500. Ну, только Флорида или Калифорния стайл. Больше, мне кажется, эту машину не для чего использовать. Я как бы очень спокоен к этим автомобилям. Ну, Mazda, она мне не особо нравится. Я имею в виду вот и MX-5. Так, H3. Ну, все знают, что вышел электрический, днем с огнем не сыщешь, цена 230-240 тысяч долларов, и при этом разлетается так, что продается один день. Хаммер электрический, который стоит 230 тысяч долларов, 1000 лошадиных сил имеет. Там, по-моему, что-то какой-то то ли 2, то ли 3 секунды до сотни, я не помню уже, честно, сейчас врать там не буду, но я знаю, что 1000 лошадиных сил, полностью full electric, стоимость сейчас в рынке 230-240 тысяч долларов. Можно дешевле находить, 190-180, но надо выискивать. Продается такой Hummer один день, и машина продана. Ну, по крайней мере, вот у нас сколько привозили, 3 штуки, и, короче говоря, все. Сейчас не знаю, у меня знакомый заказал вот автомобиль, поэтому, короче говоря, посмотрим, купит, я вам покажу обязательно. 66 250 пробег, 3,7. Наиклассный ценник 16 549. Ребята, налетай, кто в США приехал, кто хочет себе взять
что-нибудь такое экстравагантное, очень американское, и уже имеет опыт, потому что, мне кажется, такие машины люди берут с опытом, потому что это все равно и расход, и определенные головные боли и так далее. Но кто эти машины знает, понимает, смотрите, идеальнейшее состояние. Кто-то там на аукционах выбирает, кто-то там еще, посмотрите, здесь не доколупаться, идеально в нем все. Лакокрасочное покрытие, все прямо такое, как бы нормальное, родное, бампера. Здесь проушины, правда, стоят, то есть все. И я причем, поверьте мне, я вообще не думаю, что он когда-нибудь на с дороги съезжал куда-нибудь. Офигенное состояние. Ребята, 16550. Салон Acura Naples. У них на сайте есть, кто в США и кому нужна вот такая вдруг машина. Потому что это реально, это, мне кажется, только таким заядлым маньякам-поклонникам. Идеальное внутри состояние. Посмотрите, какое. Не вижу, к сожалению, нет бумажки с пробегом. А, вот, подождите. Есть бумажка с пробегом. 66 тысяч, я же показал уже, что я туплю. Сорян, ребята. Не вырезаю, вы знаете, у меня лайфстайл, то есть я как есть, так снимаю. Так, MDX еще один, 2020, 13 тысяч пробег. И ценник 43 800, серебристый на сером салоне. Так, здесь у нас с вами Subaru, полный привод, естественно, заряженный Subaru. Очень красивые диски, смотрите, суппорта, желтые стоят, все дела. 21 год, 16500, 2,5 литра, серый. И на механической коробке передач он стоит, но это тоже для, мне кажется, маньяков таких, что мама не горюй. Салон комби, здесь вставки сделаны под Алькантару. Ну, короче, вот такая вот машинка. И цена 47 900. Так, S60 Volvo. Так, сейчас мы с вами посмотрим. Камеры 360. Вот спрашивали, Volvo бэушный. Но это опять-таки для поклонников Volvo, кто знает. Классный ценник, 34 бакса всего. 34 бакса, 19 год, 30 тысяч пробег. Панорама стоит. Не знаю, машина, жалко, она закрыта. Ну, видимо, хорошая версия, потому что камеры 360. И все на этом, короче. На этом все. Тонированная в хлам, правда, блин, вообще, я прям... Ну, штатворда, тонировка разрешена. Так вот выглядит. Шикарнейшее состояние и абсолютно шикарный, роскошный ценник для S60 в таком состоянии. И с таким, в принципе, небольшим пробегом. Вообще, Volvo на вторичке очень выгодно покупать. Новые нет, потому что терять быстро в цене стоит очень дорого. Так, Limited Explorer. Ну, похоже, моноприводный, красный. Не знаю, не вижу сейчас. Тоже камеры 360 стоят. Вот видите. Сразу по переду можно определить. 41 859. Цена 41 859. Очень, блин, закрыта, жалко, машина. Не вижу отсюда, есть ли вентиляция. Очень классный автомобиль. 20-й год. 10 тысяч всего пробег, 2,3 литра. Классная цена. Еще один Explorer Limited белый. Белый. Диски чуть другие, хотя тоже вроде 19-й год и 50 тысяч пробега, но двигатель 3,5 литра. Ну, здесь цена будет. 33 тысячи долларов стоит. Слушайте, ну, классная цена на эту машину. Так, Lexus ES350. Бордовый. Помните, как всегда, я вам все показываю, как есть. 20-й год, 14600, 3,5 литра, естественно. И S красный, он такой, ну, бордо, да? Даже не знаю, как этот цвет. Ну, красный, короче. Ценник убрали, к сожалению, машина, видимо, продана. Вон лежит ценник, но я его не вижу. По всей видимости, машина продана. Так. Avalon. XSE. Всем
поклонников, всем поклонникам Камри. Не знаю, у меня какое-то нежное чувство к Авалону реально. Потому что Камри как-то совсем уж такое приелось. 35 732 цена. Очень хорошая цена. Вы знаете, 33 люди покупают Камри себе, а тут 35 700 цена. Посмотрите, еще в классном обвесе. Кто-то недавно покупал, по-моему, Камри. Но согласитесь, это совсем не Камри. Это Авалон, и у него куча всевозможных плюшек. Так, давайте глянем, что у нас с двигателем. Двигатель 3.5, 20-й год и всего 19 300 пробег. Белый на черном салоне. Такой вот черный салон. Ребят, обзоры у меня есть, поэтому можете посмотреть. Вообще, по моим наблюдениям, падают цены немножечко на машины. По крайней мере, вторичный рынок перестал такой быть перегретый, поэтому можно найти за адекватные деньги. Паспорт XC90 и пилот. Так, и там у нас еще пилот. Я так понимаю, там два пилота, они Night Edition. Night Black Edition называется, да. Вот видите, полный привод Black Edition. Не знаю, там в чем прикол этого Black Edition. Так, паспорт. 21 год, 31 500, 3,5 литра. Ну, это Honda в уменьшенном варианте. Honda пилот, простите, в уменьшенном варианте. Нет цены. Нифига он заваливает. Так, XC90, 37 000, 36 995. Не закрыли окно. Не закрыли окно, потому что ремонтировали сиденье, видите? И оставили сохнуть, поэтому не закрыли окно. Ребята, когда вы у меня просите посмотреть какие-то машины, или там покупаете себе машину дистанционно, имейте в виду, все вот эти вещи можно не заметить. Поэтому надо проверять, смотреть, если покупаете немножко с пробегом. Странно, как они изувечили задние сиденья вообще. Еще надо было постараться. 62 тысячи пробег, 18 год. Ну, отсюда и ценник такой. Просто можно было, мне кажется, поинтереснее сделать это сиденье. Там несложно, просто обратиться к спецам и сделали бы. Вот так, Black Edition, Honda Pilot. Honda Pilot, 22 год, 12 300. Ну, практически новая Honda Pilot на Black Edition. 46. Короче, как новая раньше стоила, 47 тысяч. Ну, Black Edition, ну да, вот только за это. Только за черную, видите, вот здесь вот везде они обозначили. Не, ну нереально, она, конечно, симпатичнее смотрится, чем стоковый вариант. Но стоковый вариант вот 25 тысяч долларов зато можно взять. Вот, для большой семьи, приехали в США, спокойненько взяли, купили себе за 25 тысяч долларов вот такую машину. Ей, честно говоря, сноса нету. Вот эти машины, они ездят очень долго, проблем не доставляют. Три ряда сидений, огромное пространство. Нифига, открыли капот. Там так пахнуло духами. 17-й год, 18 тысяч. 80, простите, тысяч пробег, 3,5 литра. Это монопривод. Для северного штата не пойдет. Тяжело будет просто на моноприводе. Можно, но осторожно. Так, MDX уже показывал. Давайте Enclave покажу. Buick. Кто-то меня недавно спрашивал, насколько хорошая машина. Ребята, хорошая машина. Buick считается один из самых надежных американских автомобилей. Цена на эту машину 31 527, пробег 42 600 и год 20-й. Ну, как все американцы, много очень, как большинство американских машин, много очень консерватизма в этой машине. Но с другой стороны, для тех, кто не любит много ноу-хау, нет, там есть все, что вам нужно, но очень много консервативных решений, которые остались из глубокого ретро-прошлого. Все, ребят, наснимал я вам машину, еще покажу ТО, сколько обошлось. Ну, в общем, у меня там с фильтром, короче, приключилась беда. Там, в общем, его полностью убило. Ну, ладно, я сейчас заменил, все сделал, поэтому все будет нормально. Все, ребят, пока-пока, увидимся. Кто досмотрел до конца, молодцы. Потому что, смотрите, максимальная
заряженный Advance MDX, стоит 64 700 практически. Вот цена на полный привод и Advance дороже я ничего не вижу. Вот они все 64, вот 74, это S-Type, 74, 395 цена. Как-то вот так. Так, ну, ребят, в общем, на площадке у Акуры не очень все как бы прям так тоже радужно. Сейчас я вам обещал, значит, показать цену. То, что в начале видео на MDX показал, которая самая навороченная. Хаммер, видите, тут же уже подрезают. Тут же, блин, машины не стоят. Так, ну вот стоит вот раз машина. Видите, еще даже не очищенная от пленки. И вот, по-моему, там одна стоит, и все. Вот это вот. Так. Да, Хаммер, похоже, сейчас могут купить. Так что, ребят, машины, вот очень часто люди видят, смотрят видео, потом говорят, что типа, о, вот эта машина ничего, можно узнать, там, тырым-пырым. То есть, ребят, как правило, машины продаются максимум там недели две. Ну, особенно хорошие по хорошим ценам. Я вам показал сейчас там Авалон. Вот поверьте мне, ему стоять, ну не знаю, ну может быть максимум пару недель, это от силы, а так и того быстрее. Так, ну и обещал показать, сколько стоит ТО. Тоже сейчас вам покажу, сколько стоит ТО. Так, итого. ТО мне обошлось $213. Вот вам, пожалуйста, все данные, все как есть. Единственное, что, в общем, получилось, у меня получилась замена, вот видите, замена фильтра воздушного. Они, честно говоря, многовато взяли, там $70, можно было его там за 60, не знаю, 50 купить, но я не стал заморачиваться и снимать его там 6 секунд делов. То есть работы в итоге $95 и запчасти на $110. Вот такое полное ТО Акуры с заменой всех фильтров, включая воздушный. Вот такая вот получилась математика. Я не знаю, там дорого, дешево, кому, что, как. Вот тут кабин-фильтр. Да нет, $26. Это, я так понимаю, не так уж много. Ну, короче, все. Все показал. Я не буду тут уже прям сами подробности, ребят. $213, мне кажется, это не так уж и много для автомобиля. 3,6, замена масла, фильтров и так далее. В официальном центре, в официального дилера Highlander. Все равно симпатичная машина, платиновая еще тем более. И тем, кто досмотрел видео до конца, и те, кто смотрит мое видео до конца, всегда получает кучу бонусов и кучу полезной информации. Что хочу вам рассказать, чем поделиться. В общем, вот здесь вот есть такая зона у нас. Я сейчас вам покажу. Эта зона находится практически в самом центре Нейплс. Тут все, что связано с такая промзона, можно сказать, тем не менее, находится напротив аэропорта. И здесь мы с вами будем смотреть одно помещение. Вот это, кстати, тоже Rental Cars Comp. Это такой большой лимузин-сервис. У них куча машин. Называются они Dolphins. Только черные машины, автобусы, микроавтобусы. В основном здесь все, что связано с автомобилями. Бодишопы и так далее. То есть куча-куча всего. И все, что связано с автомобилем. Рядом автосалоны все располагаются. Очень своеобразная зона, но как бы никакого респектабельности она, конечно, тут вообще не ощущается. Но, тем не менее, как концентрация автобизнесов, это классно. И мы с вами едем посмотреть, что все правильно. Помещение. Тут целая куча всего. Здесь ребята, которые там ремонтируют, заправляют кондиционеры, продают лимузин-сервисы, сервисы по аренде. Все-все-все в одном достаточно большом районе Нейплс. Ну и глянем сейчас. Есть кое-какие идеи по поводу создания офиса и площадки. И будем смотреть. Вот это вот разбомбленные машины for sale. Тут куча тоже, смотрю, всего. Не знаю. Короче, такой прикольный райончик для автолюбителей. Можно всякое, короче, себе тут поискать интересного себе всего. Тюнинг, ремонт лодок, чего тут только нету. Ну и вот оно, ребята. Вот такое вот здесь есть помещение. Тут раньше была компания по тонировке. 2000,
2300, что ли, 2300 square feet. Смотрите, Hurricane Solutions, это ProTech, это все, что видно, видно с ураганами подготовки. Berger Electric. Ну, сейчас давайте проедем, посмотрим. Вот это вот, я так понимаю, помещение, которое... Не знаю, сейчас пройдусь, посмотрю. Вот, по-моему, лис. Не знаю, написано тоже for лис. Видите, строительная техника тоже, ремонт, продажа, все на свете. То есть тут аренда. Кто во что горазд. Но в целом, все равно концентрация всех автобизнесов. Здесь есть бокс и офис. Если вдруг кто-то сейчас прокомментирует, я думаю, будет с одной стороны прав, но без знания бизнеса сложно сказать. То есть если кто-то сейчас скажет, что ну как же сюда клиенты будут брать в аренду машины, как они сюда будут приезжать, я, ребята, пока что у меня все время идет доставка автомобилей, и у меня клиенты за автомобилями не ездят. Поэтому, соответственно, доставку можно сделать в любую практически точку. Ну, относительно любую. Это, конечно, стоит денег. Ну, вот такое, короче говоря, помещение. В общем, ребят, будут, я думаю, у меня на эту тему не один еще влог. Подбор коммерческого помещения под автомобильный бизнес. Единственное, но ну, для тех, кто будет смотреть здесь из США и так далее. То есть, все нужно будет смотреть по факту, ребята. Это вот, я такой Hurricane Solutions, я так понимаю. Смотрите, какие тут машинки иногда встречаются, стоят классные. В общем, поняли, да? Намек поняли. Пока я в поиске, пока в раздумьях, в расчетах. Но, в принципе, я частично на пути. Вот, пожалуйста, видите, вот вам лист, сколько стоит. Сколько стоит, сразу говорю, в районе 3200 долларов плюс всевозможные фи. Ну, там, сборы, там, электрика, канализация и так далее. Они не включены. В общем, такой... Единственное, что мне здесь нравится, что здесь очень нацеленный на практически на один и тот же бизнес-райончик с кучей всевозможных опций по сотрудничеству. Потому что здесь я со многими ребятами знаком, с собственниками, и, в общем, мы сотрудничаем по разным вопросам. Поэтому целый район для тех, кто занимается автомобильным бизнесом у нас в Нейплс. И очень хорошо, что реально все сконцентрировано в одном месте, потому что все, что нужно, можно доехать, всегда взять, сделать. Здесь же на территории находятся всевозможные, в том числе там рекламные кампании, визитки делать и так далее. То есть все подряд, все, что вам нужно для бизнеса. Короче, вот так вот как-то. Ладно, все, теперь всем пока-пока точно уже. В этом ролике это просто так. Кто досмотрел до конца?